территории центрального района? Да, на территории центрального района это происходило все. Резервные как? Перемычки, запчасти да. были там, провода. Резервные... Я не осуществлял ключом, то есть да. по подбору ключей. Ранее работал. Ключ он дал, ну как бы забыл, а потом как-то руку перебирал. Проникали один или есть? Один. А, да, около 8. Да. А по сколько метров кабеля сейчас? Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел богатое криминальное прошлое и долгое время работал электриком. В настоящее время мужчина взят под стражу по данному факту. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.